А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти подписаться на канал One Fact One Day. Это очень интересный канал, на котором вы сможете найти различные топы и интересные факты. Видео выходят каждые пару дней, поэтому если вы заинтересованы, то заходите и подписывайтесь. Ссылочка на него в описании, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать играть в ходячих мертвецов, а точнее, к сожалению, это последняя серия, сегодня у нас будет финал, посмотрим, что же случится, но перед этим, ребята, как обычно, я бы хотел вас очень сильно попросить поставить лайки, ведь, хоть это и последняя серия, но я буду очень сильно этому рад, во-первых, во-вторых, я просто-напросто увижу то, что вам нравится такого типа карты. То есть, как вы помните, The Escapist, вот сейчас The Walking Dead. И если мы наберем 700 лайков на финальной части, на финальной серии, точнее вот этой, то я пойму, что вы хотите больше и больше и больше вот таких карт. Поэтому я постараюсь их проходить все чаще, больше и просто-напросто находить их и для себя, и для вас, потому что я оставляю ссылочки в описании, заходите и скачивайте. Поэтому, ребята, мне будет очень сильно приятно. Также не забываем оставлять свои комментарии. Я общаюсь со своими подписчиками. Если не веришь, то попробуй его оставить. И последнее, ребята, не забываем подписываться на мой канал. Я рад каждому новому подписчику. Поэтому я прошу вот прямо тебя, подпишись, я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, приступаем. Мы приступаем. Сейчас у нас день, утро, как я понимаю. И у нас финальная часть. У нас финальная часть. Давайте поставим где-то вот так. И что нам нужно делать? В первую очередь, давайте подготовимся по максимуму, потому что нам нужны бомбы, коктейли Молотова, лечилки, самый лучший меч, который только у нас есть. А вот это, в принципе, можно даже уже взять, потому что что я хотел сказать сначала, я не знаю, потому что у нас мало вот этого всего. Стрелы, но стрел с так чем-то, мне кажется, прям вот так хватит. Это выложим. Это, потому что тут уже нечего. Тут минус 6 хп плюс 7,5. Тут минус... тут 6,5. Давайте все-таки вот это. И нормально. Вот это тоже можно выложить. Замечательно. Фух. Так, дайте я выключу вот это описание. Так, вроде нормально. Что нам нужно? Давайте посмотрим. Сейчас. Хотя, в принципе, это можно оставить. Что нам нужно, ребята? Быстренько скажите мне. Лечилочки давайте так поставим. Две бомбы, два коктейля Молотова и лечилка. У нас есть три лечилки, у нас есть еще три бомбы. У нас четыре лечилки есть, извиняюсь, не заметил. Три бомбы и три коктейля Молотова, вот тут сверху. То есть в сумме 5 бомб, 5 коктейлей Молотова и 5 лечилок. Офигеть. Но знаете, что бы я хотел? Я бы хотел больше бомб, потому что бомбы очень полезные. Они, наверное, самые лучшие, которые только есть. Поэтому, ребята, возьмем бомбы. Замечательно. У нас все бомбы. Точнее, у нас офигеть, как много бомб. Больше, ребята, нам нечего делать, поэтому мы идем, забираемся на наш танк и сваливаем. Ну что, ребята, вы готовы? Потому что это финальная миссия. Посмотрим. Давайте. Опа. Атаковать город. Да, начинаем. Нам выдалось? Да, нам выдали 5 динамитов, ребята. Я говорю спасибо тем, кто сказал, что действительно они вот так выдаются. Потому что, честное слово, я не знал, что они вот так выдаются. А я думал, их нужно где-то покупать, находить. А оказывается, что они просто-напросто нам сразу на начале выдались. Это разместить на алмазном блоке. Замечательно. Это типа стрелять нам нужно или выходить от... или опять туда... Ни хрена себе, наш танк еще и стреляет. Но, смотрите, мать вашу, сколько тут этих чукчей. Офигеть, это все бандиты. Знаете что, ребята, перед тем, как туда спускаться, я хочу хотя бы поубивать лучников, потому что все знают, что, ну, лучники, скелеты, это прям раздражает очень сильно, и если все-таки мы туда пойдем, то они нас могут, если честно, даже просто убить, потому что их там будет очень много, и... Ой, сейчас, их там будет очень много,
И мы просто не сможем даже к ним подойти. Давайте еще вот этого чудика завалим. Замечательно. Фу, так, кто там у нас еще есть? Стрел у нас пока что хватает более-менее. То есть стрел у нас более-менее хватает. Если вот так сдалека их немного пострелять, то, в принципе, очень даже круто. Вот так, смотрите, одного, другого, третьего. Вот сюда можно по чуть-чуть, знаете, вот так урончика наносить. В принципе, будет очень даже круто. А ну давайте... А, вашу мать! Фу, я уже напугался. Ой, сейчас. Я уже нафиг напугался, потому что если бы я не смог это назад забрать, то мы бы провалили не то что миссию, а всю карту, потому что, ну, наверное, нужно бы было всю карту заново проходить, а это не очень круто. Ну что, ребята? Ух, это... А, мы можем назад поднять? Нет, все-таки... А, вашу мать! А это работает? А ну сейчас. Если, ребята, это не работает, я так... О, вот тут еще можно поставить. Работает. А просто... А ну сейчас. Дайте. Дайте вот этого завалим и вот тут спрячемся. У нас 3 и 2. Давайте еще вот так. Ху, потому что... Вот видите, это как будто динамит, а вот это какая-то неведомая хренотень. Поэтому я испугался, мол... Что, карта зафейлилась? Что мне сейчас с этой картой делать? Но нет, ребята, мы продолжаем. Вот там еще куча. О, смотрите, вот тут еще можно поставить один. То есть мы уже два взорвали, да? Мы уже взорвали две машины и один, и один вот этот, хрен его знает, как это называется. Не пикап, а... Ну, грузовик, да, вот этот. Мне все-таки кажется, нужно было, наверное, бензопилу взять. Она была бы реально очень полезная. Так, зачем я тогда столько коктейлей Молотова взял, если я ими не пользуюсь? Так, давайте еще сюда поставим быстренько. Опа, посмотрим, как это все взрывается круто. Круто, тень. А тут что взорвалось? Вот тут немного и вот тут. Ну, в принципе, да, мы их две машины взорвали. Давайте покушаем. Хотя, я не знаю. У нас просто еды вообще нету никакой. Это последнее. Так. Ай. 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 Это... Я же сказал, с трех стрел. Так, быстренько нужно их там... Ах ты, зараза. Ах ты, зараза. Ах ты, зараза. А, ну я просто, наверное, тетиву до конца не натягивал, поэтому я их не с трех стрел и убил. Вот, вот этого с трех. И вот этого. Ну, мы... Вашу мать, я чуть себя не бил. Ребята, честное слово, я случайно. Я не хотел выкидывать. А прям случайно это получилось. На, зараза. На, зараза, замечательно. Тут нету никаких ресурсов. О, вот тут еще можно взорвать. Я, если честно, даже не заметил сначала. Фу. Так, дальше. Дальше. Опа, сваливаем. Бум. Взорвали. Нафиг, все. Вот тут еще стрелы нам выпадают. Ух ты, мать твою. Опа. Сколько? Двоих убили. Только одной бомбой. Двоих убили. Так, спрячемся вот тут немного. Давайте, ребята, быстренько еще бомбы возьмем. Давайте еще быстренько бомбы возьмем и коктейли Молотова. Круто. Потопали дальше. Вот там, смотрите, в этом здании их просто офигеть сколько. Мы уже взорвали 4, да? А где последняя? Почему-то мне кажется, что в этом здании. Потому что не зря же там их столько много, да? То есть понятно, что там что-то они, заразы, прячут. Раз они там все сидят. О, смотрите, ребята, вы помните это? В серии, когда они наблюдали за нами отсюда. А мы сражались тут с зомби. Когда вот наш друг Аарон или Квит, нет, Аарон все-таки превратился в зомби и напал на нас тут. Мы потом с него выбили кирку и сбежали вот. Вот там мы сбежали. Я помню вот это. Вы, ребята, помните? Это было, в принципе, несколько серий назад. Так, сейчас. Фух, давайте вот этого замочим и кинем гранату. Ну, бомбу. Еще можно даже молота. Так, все? Там или... Ой, зараза, 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 зараза. А, вашу мать. А, вашу мать. Двоих убил только одной гранатой. Так, о, там еще один. Красненький. Это главное... Нет. А главного мы уже, наверное, убили. Я, если честно, как-то даже не заметил. Это последнее, да? Давай. Да! Вернуться на свою базу. Ребята, мы зачистили город. Мы уничтожили их припасы. О,
ключ от танка. Хотя давайте немного рассудим. Давайте немного рассудим, что это за бред. Смотрите. Мы же уничтожили все их припасы, вот уничтожили вот этот грузовик, а тут, наверное, я не знаю, то ли бензин мог быть, то ли какие-то припасы, там еда или еще что-то. Или просто-напросто транспорт, уничтожили эти, просто-напросто транспорт, ну или бензин, да, на машины. Два фургона мы уничтожили, на которых можно просто-напросто было передвигаться. Вот тут были вот эти все... Вот еще один транспорт мы тут уничтожили. И тут были кучи-кучи припасов. То есть кучи вот этих... у нас уже еды нету. Кучи, ну просто вот этих сундуков, да. То есть ящиков, где могли быть вода, там еда и вот это все. И в этом здании также. Но мы же их всех убили. Больше никаких бандитов нету в этом городе. Мы их всех убили, город пуст. То есть мы можем со своей бандой, в той тюрьме, да, в которой мы находимся, мы можем просто-напросто вернуться и жить в этом городе. Или, даже если вы сюда не хотели возвращаться, потому что тут может быть какая-то опасность, то есть, ну, много зомби или еще что-то, то вы бы просто-напросто могли взять вот этот грузовик с бензином, взять вот эти три машины, на которых вы бы просто-напросто могли передвигаться куда вам угодно, забрать кучу нафиг вот этих ящиков с водой, там, с таблетками всякими, да, или просто-напросто с едой какой-то, и запастись до конца жизни, просто жить в той тюрьме защищенной, потому что у нас там самые лучшие стены, все здания и вот это все, жить и наслаждаться. Но нет, вы уничтожили все припасы, все остальное. Ну, это бред, если честно, немного. Не продумано, но все же. Пускай. Ну что, ребята, возвращаемся. Я сказал, возвращаемся. Я уже напугался. А, все? Твое место в безопасности. Сейчас. То есть, может, автор намекает на то, что будет продолжение. Потому что, вот видите, точки... И сейчас, то есть, может будет продолжение. Спасибо за игру. И эта карта была создана вот этим чуваком. Да, в принципе, чувак, тебе спасибо за то, что ты создал эту крутую карту, потому что сколько у нас заняло вот эта серия. Если не спешить, если все подробно лутать, разговаривать, рассуждать и просто-напросто наслаждаться этой картой, то на это у нас ушло 6 серий. А если все по шурику, давайте быстренько туда пойдем, убьем, не будем проходить дополнительные миссии, вот это все, то мы бы могли даже пройти за 2-3 серии. Но все же я решил понаслаждаться вот этой картой. В принципе, она, если честно, очень даже крутая, мне она понравилась, можно и так сказать, то есть... Прикольная. Если честно, даже вам понравилось, как я понял, потому что многие ее ждали, многие меня спрашивали. Кригер, до свидания, мы с тобой не увидимся. Ну, может, если будет следующая часть. Эрл и Грег, да? Офигеть. Она мне, если честно, понравилась. Ребята, я хотел бы вас спросить, задать вам вопрос. Как вы думаете, ваше мнение о этой карте? То есть напишите в комментарии ваше мнение. Допустим, оценку от 1 до 10 по вашему мнению, сколько заслуживает эта карта. Для меня пускай будет даже 9. Объясню почему. Потому что, вот смотрите. Нету дополнительных миссий, то есть только 2. Автор больше не сделал. Если бы было тут куча дополнительных миссий, это было бы намного круче и больше бы серии заняло. Еще что бы можно было усовершенствовать? Я, если честно, не знаю. Можно просто-напросто было бы еще длиннее сюжет сделать, потому что карта реально очень крутая, она мне очень сильно понравилась, я с удовольствием ее прошел, туда же танки были и все такое, очень даже, ребята, круто. Поэтому, знаете, зачем я устраиваю вот этот опрос, то есть напишите в комментарии по 10-бальной шкале, насколько вам понравилась эта карта, потому что я хочу увидеть... Нравится ли вам такого типа карты, да, то есть прохождение, вот тут куча командных блоков, тут даже сюжет есть, это мне понравилось, поэтому я хочу, ребята, у вас спросить, понравилось ли это вам. Если все-таки да, то я буду больше, чаще, еще раз повторюсь, больше искать вот такие карты, больше их проходить, больше играть с вами, просто-напросто искать их для вас, потому что вы также сможете их скачать. Я найду, оставлю ссылочку в описании, вы скачаете, то есть, если вы не знали об этой карте, то сейчас знаете, потому что я вам показал.
Поэтому, ребята, честное слово, мне понравилось. Я надеюсь, вам тоже. Если хотите больше, то, как я сказал, поставьте лайк. Ведь если мы наберем 700 лайков, то я вам, ребята, обещаю, я сразу же пойду искать новую карту. То есть, как только мы наберем 700 лайков, то давайте сделаем так. Я сразу же пойду искать новую карту. Сразу же. И следующее прохождение какой-то карты выйдет давайте через 3 дня, да? Я постараюсь найти какую-то карту, потому что нужно найти какую-то крутую, или даже зомби, или побег с тюрьмы, или выживание, или какое-то прохождение, ну что-то вроде этого, да, как The Escapist, The Walking Dead и многие другие. Я буду очень сильно рад, если все-таки мы наберем. Ребята, на этом мы уже, наверное, будем заканчивать, также не забываем просто-напросто оставлять свои комментарии. Я общаюсь со своими подписчиками, если подписчики задают нормальные вопросы. То есть, если что-то нормальное, я отвечу и с тобой пообщаюсь, честное слово. И также, просто-напросто не забываем подписываться на мой канал. Я рад каждому, прям офигеть, как я рад каждому новому подписчику. Я бы просто расцеловал, если бы я мог. Потому что я прям рад каждому новому подписчику. Поэтому просто-напросто, если хочешь получить мою любовь, даже как подписчику сказать, то подписывайся, я буду очень сильно этому рад. Ребята, всем спасибо за просмотр. На этом мы заканчиваем. Надеюсь, что этот сезон Ходячих Мертвецов, потому что будем надеяться, что будет следующий. Посмотрим. Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.